Всем привет! Меня зовут Сергей, и ребята, сегодня мы с вами посмотрим игрушку Valiant Hearts. Очень-очень сильно ее нахваливают, прямо действительно. Я в нее ни разу не играл, а примерно только представляю, что это такое, видел, скажем так, трейлер игры. Вот нахваливают ее прям вообще вот страшно, как, ну давайте уже посмотрим наконец-то. Давно хотел ее пройти, и вот наконец-то представился случай. В этой игре данные сохраняются. Хорошо, ладно, спасибо. Сохранение! Бежит какой-то серьезный дядька с пушкой. Valiant Hearts переводится как «Храбрые сердца». Источником вдохновения для авторов игры послужили события 1 августа 1914 года. Ага. После убийства Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, Германия объявила войну России. Идиоты! Союзная ей Франция также готовится к боям. Спустя несколько часов после объявления всеобщей мобилизации живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Шли бы вы отсюда. И Карл. Ну что, и Карл. 1 августа 14 года, Сен-Миэль, Франция. Гутен так. Мобилизация в армию, судя по всему, там написано. Приказ на что-то это. Мужик пошел убивать. Мужик пошел убивать и прочувствовал на своей шкуре все ужасы войны. Через пару дней после высылки Карла войне показалось мало, и она забрала Эмиля. С тяжелым сердцем Эмиль покинул ферму и отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие, он мог только гадать, что ждет его впереди. По-моему, я этот голос озвучки слышал в море. Так, а стрелка направо, пойдем. Вот это, да, вот это. Чего орешь, ублюдок? Дай ему котомкой по голове. Прямо сюда, да? А есть закурить, мужики? А ты что такой злой-то? И сам пошел. Сам поорал, типа, туда, и сам побежал. Ну ладно, судя по всему, моя миссия выполнена, я могу идти домой. Он их там перестрелял? Ёптер. Он их там перестрелял. Да ну нахрен. Я сваливаю. Реально всех перевалил. А мне сюда не выйти. Ну хорошо, ладно. Тогда пойдем. Тогда потопали. А я могу на шифтеру? Нет. На шифтеру я не могу. Может быть сейчас, а может быть вообще. Здорово, служивые. Да. Что скачешь-то? Свобода еголитам, фратернитам. Опачки. Быстро. Быстро переоделся. Ну, иди налево и труби, говорит. Окей. Да, хорошо, я пошел. Пробел. Все? Мы типа. А мы уже воюем, что. А, нет, это все в порядке. Ясно, я тебя понял. Так. Д. Ха! Ха! Чего тебе надо? Сейчас я тебе втащу. Ха! Ушел. Гранаты. Гранаты, да, гранаты. Давай сюда. Левый shift. И... А я мышкой могу? Нет, мышкой не могу, только этой. Ну хорошо, ладно, мышка отменяется. Погоди. Хать! Что-то пошло не так? Взрывайся! Вот. Сам такой. Меня, главное, какой-то серьезный мужик так-то тренирует. Так, на тебя. Реально серьезный, прямо сразу генерала на тренировку меня выделили. Погоди, граната на что, на пробел?
Опс, нет. Стой, нет. Пробел. Пробел, да, взял. А если рикошетом от стены? Туда вообще не закинуть. Ладно, сюда закину. Вот, прям под ноги. Еще одну возьму. Типа все, я молодец. Как ему тяжко ему с таким пузом-то перепрыгивать через препятствия. Да-да. Я Вольгер майор. Тап, что тебе надо? Формирование армии. Армии большинства участников войны набирались по призыву. В Германии возраст солдат составлял 17-45. Призыв начинался с 20. Срок службы 2-3 года. Во Франции военнообязанными считались мужчины в возрасте 20-48, служба длилась 3 года. Российская армия набиралась из 21-летних призывников, они служили 3 года, оставались в запасе до 43 лет. В годы войны по призыву подлежали все военнообязанные мужчины, а в Англии к 2014 году имелась лишь небольшая профессиональная армия. До 2016 года войска формировались из добровольцев, лишь затем на службу стали призывать мужчин от 18 до 41. Узнать больше я... Нет, я не... Это игра типа учебник по истории такой? Железные дороги, ни хрена себе дистекс, это важную роль переброски войск на передовую и снабжение играли. Ладно, давайте мы это все потом почитаем, если будет прямо совсем интересно. Я это прощелкаю для тех, кто хочет прочитать прямо сейчас. Объявление войны, хорошо, все, спасибо. Бежим. Ну, это мой отряд, да. Давай, я готов командовать. Республика французских 150 штук региментов. Ясно, понятно. А чихка какая-то. Дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Это редкость. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться бок о бок. Человека, который станет его лучшим другом. Взял бы им все, по чем навалил. Серьезный дядька так-то. Втащи ему! Да втащи ему! Втащи ему! Так, ладно, дайте-ка я... Душевно. Так, эти двое его свистали. Да втащи! Да втащи! Есть граната, мужики! Чё делать-то? Гранаты нет. И хрень это уже не работает. Этот бухает, алкоголик. Забираем, забираем ему бухло. Все, это мое. На. Ага. Тихо, нет, погоди. Я понимаю, что проще было бы отойти назад, но я сделаю так, потому что так красивее. Хэть! И чего я этим добился? Так, ладно. Я смотрю, у тебя бутылок много, поэтому я прихватизирую еще одну. Хэть! Ясно, понятно. Давай. Эй, положи, поставь! Бухает он, видишь ли. Может мне, кстати, вон туда попасть, да? Хрен-то там! Надеюсь, я никого не убил. Дай еще бутылку. Спасибо. Да положи. Так, хорошо. Что мне надо сбить? Слышь. Ладно, туда нельзя. А может быть... Сюда? Да, точно. Что это? Свисток. Так, на тап у меня есть какой-то, судя по всему, инвентарь. Свисток начальника станции. Из-за паровозов, вокзала и железнодорожные станции были очень шумными. В те времена для оповещения еще не использовались громкоговорители. Ну, короче, понятно. Лучшее средство привлечения к себе внимания. Окей. А как мне его? Это мое. А как мне... Я прочитать прочитал, как мне его использовать? Левый альт вкладка, эскейп закрыть, спейс подтвердить. Или мне его отдать кому-то? Мужики, возьмите свисток! Придурки.
Я реально не догоняю. Так, можно мне эскейп? Вы можете отключить систему подсказок. Хорошо, погоди. Подсказка через ясно-понятно. Это не то. Исторические факты, параметры. Параметры клавиатура. Бэкспейс, это энциклопедия. Да, игра энциклопедия, буквально. Задействовать собаку, которой у меня нет. Движение, то есть, ни хрена, короче, у меня толком сейчас нет еще. Куда свисток, мужики? Ладно, буду бегать и кидаться бутылками. Может, мне этому ухо посвистеть? А, да, точно. Принеси мне, говорит, бухла, у нас будет любовь. Бухла я тебе принесу, но вот любви у нас с тобой точно не будет. А, во. Это мне? Ага. На, синяч. Сам иди нахрен. Я понял, ладно. Ему тоже нужна именно эта бутылка. Здесь все бухают только какую-то зеленую дрянь. Ну на. Ау, давай иди отсюда. Открыть новый дневник. Это чего? 12 августа 2014 года, сегодня первый день моей подготовки в военном лагере. Не могу удержаться от мысли о Карле. Его, наверное, сейчас точно так же муштруют в Германии. Объявление войны крепко ударило по всем нам. Надеюсь, Мари с соседями вовремя успеет собрать урожай. То есть Карл там, а этот тут. По лестнице, говорит, не надо лазить. Да я особо-то и не хотел. Че, тебе песню спеть? Да иди ты нахрен, я тебе песню еще. Ну окей. Они играют. Во! Ничего без меня не могут. Вообще ничего. Так, ладно. Люди идиоты, а мы отсюда убегаем. Вон там начальник... А, нет, это этот машинист. Тыц-тыц-тыц и... Раз. Хорошо, этих тоже сдуло. Судя по всему, мы будем здесь всех сдувать в течение всей игры. А может быть и нет. Здорово, мужик. Спасибо большое, говорит. Thank you very much, что-то там. Что происходит в мире? Да, Америка что-то это... Звенит не по делу. Ага, и тебе удачи. 21 августа 1914 года. Полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. 21 августа 2014 года. Так, погодите, мужики, мне надо чуть-чуть переставить микрофон. Я надеюсь, это было не очень громко. И подвинуть клавиатуру, потому что я не рассчитывал, что здесь будет управление только на кнопочке. Все, вот так все стоит намного удобнее. Ну, вперед, за мной, мужики. За ним, точнее. Я за ним, а вы за мной. Почему-то я иду быстрее всех. Сам такой. Что случилось? Враги уже здесь? Мужик, подержи флаг, я уже пушку достану. Окей. Ура! Ну правильно, прямо на пулеметы. Да, вот пушки там еще, ага. Прекрасно, здорово. Вперед, говорит, так я бегу, я вообще бегу быстрее всех. Дайте мне пушку, реально, мужики, дайте пушку. Не дают, воу, тихо, полегче, полегче, полегче. Так, я понял, надо ориентироваться на эту черную хрень. На тень от снарядов. Да я понял, понял, да. Жестко. Прямо его там на три части разорвало. Да, вот пулеметов мне еще не хватало. Ни хрена себе, какое мясо. Нет, 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 нет. Надо было бежать чуть-чуть быстрее. Дубль 2. Вторая жизнь. Так. Да-да-да, я понял. Уберите, пожалуйста, мне же не видно ничего. Ага, вот он огонь, вот он пулеметный огонь. Вот теперь надо ускоряться. Бежим, 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 бежим. Хорошо. Это проскочили. Здорово, мужик. Это теперь бежим, бежим. Опа, опа. Нормально. С этим мы справились, с этим мы справились, с этим мы тоже справились. Во-во-во-во-во-во-во-во. Хорошо. Я один, по ходу дела, с флагом буду единственный, кто добежит. Да все уже передохли, я один, как дурак, с этой палкой бегу. Эй.
Вот ублюдки. Пристрелили я просто беззащитного знаменосца. Я прямо слышу, как мне на канал летят страйки за эту музыку. Опачки, свои! Шайон, рядовой 150-го пехотного полка Эмиль Шайон 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Надеемся, он скоро сообщит вам о себе. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного – наказать тех, кто сломал ему жизнь. Что там, барышню его грохнули? Или что он злой-то такой? Во время битвы на Марне Фредди наконец отыскал следы того полка, которым командовал барон фон Дорф. Воу, полегче. Это серьезный мужик, он даже не прикладом бьет, он просто бьет, убивает всех кулаками. Один удар, один труп. Американцы в армии Франции. Текст на вашем экране, ребят, так давайте это еще прощелкаем. Битва на Марне, это мы видели. Пулеметы Первой мировой наглядно показала, насколько далеко за последние годы ушел технический прогресс. Да, оружие совершенствуется благодаря человеческой трусости. Здорово, мужик! Говорит, возьми ТНТ, долбани мост. Окей, а где? Тринитротолуол, кто-нибудь дайте! А, все намного проще. Но это, правда, еще не мост. А сами-то не могли так сделать, что ли? Нем. Мужик! Тут безопасно, вставай! Мужик, вставай! Ну ладно. Скайп, открыть новый дневник. Давай, показывай. Дневник, и не могу дождаться того момента, когда смогу вступить в бой. Может быть, тогда раздирающая меня изнутри боль хоть немного утихнет. Еще один день в пути. Сегодня мы впервые услышали пушечные выстрелы. Это параллельно, что ли, все эти дневники будут вестись? От разных персонажей в разное время будут поступать продвижения, так сказать. Ну давайте, ладно, давайте читать, что нет. Что это за девчонка, я вообще не знаю. Сегодня в 4 часа дня по всему Парижу зазвонили колокола, нагоняя страх. Какой-то человек на улице сказал мне, что это был сигнал к мобилизации войск в случае объявления Германии нам войны. Нужно написать отцу и выяснить, что происходит в Бельгии. Снова оказавшись в Германии, я как-то странно себя чувствую. Хотя бы за Мари и Виктора я спокоен. Эмиль сможет о них позаботиться. В ближайшие месяцы волнение наверняка уляжется. Ведь все это так бессмысленно. Это письмо меня очень сильно перепугало. Бедный папа, он раненым попал в руки немцев. Я даже не знаю, насколько тяжело его состояние, хорошо ли о нем там заботятся. Мне рассказывали, что пленные могут получать письма. Завтра я обязательно ему напишу. Еще и первый дневник после Карла нас покидает и папа. Но это уже вообще самое начало игры. Так, ладно, мы прочитали все. Да-да-да, это мы уже читали. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну. Так, это мое. Мужик, вставай. Он притворяется. Так, я могу просто залезть? Нет, мне это взорвать надо. Судя по всему, мне это обязательно... Что это внизу валяется? Хрень какая-то блестит, но взять ее не могу. Так, ладно, пошла граната. Да еще одну сразу. Оп, хорошо. О, полегче. Ага, замечательно. Здорово, мужики, я вам кусачки привез. Проход открыт. За мной. Все горит, все полыхает. Везде там одни трупы просто. А, пулеметчики, ясно, я тебя понял. Ща, мужики, мы это дело исправим. Во-первых, сюда идет... Ага, конечно, да. Ясно. Так, тихо, стоять. Я пытался через верх закинуть, но это, по-моему, бесполезно. Ну-ка, иди сюда.
Вот, вот так. Да? Да, точно. Завязывай. Опа, хорош. Взял бы пушку, да пристрелил его нафиг. Тыц-тыц-тыц-тыц. На, получи. Так залезай наверх, я тебе пропишу. Окей. Это тебе. Ты смотри, какой хитрый. На. Просто взял и вставил. Опа, а мне сюда теперь нужна граната. Зря я это сделал. Да, зря. Эх, ладно. Сейчас тогда быстренько возьму еще одну гранату, и мы с вами взорвем эту стену. Вот он, ага, там внизу же есть проход же. Мне ничего не надо, я сейчас просто-напросто все взорву, да? Чисто в теории, да, давайте попробуем. Что это? Это какая-то карта, это какой-то реально просто кусок карты. Динамит! Так, погоди. Сюда? Да, сюда. Так. Опачки! Ну, мужики, не ваш сегодня день. Давай. Ну, давай, ну. Что ты делаешь? Что ты делаешь, мужик? Вниз? Да, вниз. Гутен так, ублюдки! Кажется, я молодец. И кажется, мне не кажется. Вот, там, где тележка падала, там, где я уже взорвал, там же точно такая же хрень лежала, кусок карты, судя по всему. Битва на Марне. Нет, погоди, это мне не надо. Факты. Вот, предметы, да? Штабная карта. Предмет еще не найден. Вот, там какая-то вот эта вот круглая хрень лежала, я ее пропустил. Ну ладно, уже поздно. Хотя, может, я могу за ней вернуться, просто так, спортивного интереса ради. Навряд ли, конечно, но вдруг. Да нет, здесь уже... А, нет. Не-не-не-не, все. Туда я уже не пройду. Ну, нет, значит нет, пойдем направо. А нет, направо мы тоже не пойдем. Погоди, а куда мы тогда пойдем? Там лежит какой-то чемодан. Он мне надо? Да, он мне надо. Взял просто ТНТ и выронил. Ну, граната, ну, улетела. Может мне, кстати, вон туда? Да? И... Спасибо! Так, забираем. А слева так нельзя сделать? По-моему, нет. Ну и фиг с ним. Нормальная такая доставочка. Лестница вверху. Как бы мне ее кирпичом предлагаешь? Ну давай кирпичом. Блин, почему ты не можешь просто положить гранату на землю? Ну серьезно, просто положи. Хотя, могу же. Да, точно. Так. И раз. Ага. Забираем с собой гранату и топаем дальше. Хотя, навряд ли, конечно, мне эта предусмотрительность, так сказать, будет на руку, и эта граната понадобится в ближайшем будущем. Пулемет, ладно, я тебя понял. В этой игре надо чаще, быстрее реагировать на подобные индикаторы. Так, граната у меня с собой. Я бегу. Просто прямо у меня над лесом. Он перезаряжается. Не проканает. Да, не проканает. Ну что ж, хорошо. Хорошо. Так, давай. Давай, быстрее. Назад. Мне так и кажется, что вот сейчас прямо в голову там влезет ему. Так, бежать. А вот тут еще гранаты. Мужик наш сидит. Так. Опачки! Вот это вообще не к добру. Вот это ни разу не к добру. Граната, уходи. Как? А, вон же, через верх, да? И раз. Че он там говорит? Суки. Ах, ты такой матершинник нехороший. Ага, замечательно. Сейчас. И два. Лови, это тебе. Убежал. Так, пулемет развалился, взять его нельзя. Жаль, было бы очень удобно. Чё?
И раз. Мне надо успеть, что ли, за ним или чего? Тихо. Бежим! Здрасте, приехали! Вот бомбардировки мне еще не хватало. Они же бьют прямо по своим, совсем идиоты. Чем мне кинуть в эту лестницу? Чем? Здесь ничего не сделаешь. Кинуть у меня и так с собой особо нечем. Ага. Бухлишка! Сам такой. Так, это я беру с собой. Давай, бери. Да бери, ну чё ты, вот молодец. Во-первых, я хочу так стоять поближе. Ну только что как-то было же... Понятно, через эту дырку я, по ходу дела, прокинуть вообще не могу бутылку, да? Ой, тихо, нет. Это очень странно. Потому что так-то чисто в теории должно работать. Сюда, может быть, кинуть. Вот как-то, например. Так. Бежать. Давай. На, сука! Хорошо, сработало. Вверху хавчик. Вверху лежит много хавчика. Это что? Вот это. Это еще одна, судя по всему, коллекционка. Ну, я не буду особо гоняться за всякими этими предметами, коллекционками и так далее, потому что я никогда, в принципе, в играх за ними особо не гоняюсь. Так, вверх пойдем. И в этой тоже не буду. Забирай! Хавчик, еще забирай. Ясно, больше одного все равно не берет. Какие маленькие карманы у такого огромного мужика. Эй, жрать будешь? Нет. Ну, нет так нет. Тыц. Опа. Так. Давай. Ха! Готов? И раз. Готов. Ну, бери пулемет. Нет, пулемет он брать не хочет. Ага. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Ну что ж, наша первая и очень ответственная миссия завершена. Я думаю, продолжать будем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.